Новость. Россияне становятся счастливее, однако они удовлетворены своей жизнью гораздо меньше жителей других стран. К такому выводу пришли в ходе исследования стран с переходной экономикой специалисты Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Россияне находятся где-то посередине, то есть опрос показал, что где-то 40-60% чувствуют себя достаточно счастливыми. Ссылка. По результатам исследования, жители стран с переходной экономикой довольны своей жизнью гораздо меньше, чем жители других стран. Среди факторов, которые влияют на негативное восприятие действительности, на уровень, снижает уровень счастья, можно выделить такие факторы, как потеря человеческого капитала, например, невостребованность образования. Это трудный доступ к каким-то социальным благам, судебной системе, медицинское обеспечение. Это неуверенность в будущем. Мнение аналитиков. Специалисты выделяют еще один фактор, влияющий на оценку условий жизни. Это социальное расслоение общества. Некоторые аналитики считают, что оно негативно влияет на настроение граждан. Другие же, наоборот, говорят о его полезности. У человека есть некие ориентиры, есть некие цели, к которым он стремится. И если существуют социальные лифты, то у человека есть уверенность в том, что он достаточно быстро сможет повысить уровень своего дохода или сделать карьеру. Ссылка. Исследование показало, что в странах с переходной экономикой деньги имеют большее влияние на ощущение счастья, чем в других странах. Деньги являются более важным фактором, и рост их доходов больше сказывается, больше влияет на их мироощущение, им кажется, что они становятся от этого более счастливыми.